Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников. Я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема – коммутационные устройства. К коммутационным устройствам относятся переключатели, одноплюсные, двухплюсные, тумблеры, кнопки включения и выключения с замкнутым и разомкнутым контактом. Одно-, двух- и трехплюсные автоматические переключатели, реле, магнитные пускатели. Они все предназначены для замыкания или размыкания электрической цепи. Условно-графическое обозначение. Трехполюсной автомат. На изображении справа мы можем увидеть, как он изображается на схемах и чертежах, а слева, как он выглядит. По сути, они бывают разных форм, размеров, производителей и так далее. Хочу сделать небольшую пометочку. C63 это обозначает максимальную величину тока, на которую выдерживает автомат. Если же просто превысить силу тока больше 63, то у вас автомат будет все время выбивать из вашей электрической цепи. Все очень просто. Следующий слайд. Предохранители. Условное обозначение предохранителей на схемах. На изображении слева мы можем видеть самый такой простой, широко распространенный предохранитель. А на изображении справа изображен тоже предохранитель, но, как правило, такие предохранители встречаются в автомобилях. Уже начиная где-то с автомобилей ВАЗ-21. 7, она же в простонародье семерка и далее. А то, что до семерки, там встречаются предохранители другого вида. Ну, если будет желание, я о них тоже расскажу поподробнее. Следующее изображение. Тут так получилось, что целый набор идет все комплектом. Разомкнутые контакты магнитоупускателя, разомкнутые контакты магнитоупускателя и катушка индуктивности. Ну, как правило, это... Ну, все это называется просто магнитный пускатель. И тут уж бывают как с тремя линиями или с одной. А катушка магнитоупускателя, она расположена чуть ниже. И изображаю на схеме как прямоугольник, и в прямоугольнике написано буква К. Это катушка индуктивности. На изображении с левой и посередине мы видим магнитопускатель. То, что слева, это уже такие современные модели, а посередине советского производства. Возникает вопрос, контакт магнитопускателя, то есть в единственном числе. Лично я таких еще не видел, но раз пишут в учебниках по электротехнике, значит, тоже есть. И на изображении тоже показывают. Но лично я таких еще не видел. Это не значит, что их нет. Следующее. Замкнутые и разомкнутые контакты теплового реле. Изображение на схеме теплового реле. То, что слева показано, это, как сказать, последовательное соединение, как изображено на картинке ниже. А то, что справа, это то же самое, но параллельное. Суть теплового реле в чем? То есть, если ток в электрической цепи
скажем так, тоже идет больше, выше нормы, то он обрывается за счет тепла. Если там скапливается очень много тепла, как мы все хорошо знаем, электрический ток, он нагревает проводник. И из-за этого может произойти короткое замыкание всей цепи. Так вот, есть тепловое реле, которое предохраняет всю электрическую цепь методом обрыва с помощью тепла. Вот такое ее предназначение. Теплового реле. Машина. В предыдущих видео я рассказывал про генераторы, про источники электрического тока, то есть то, что порождает электрический ток. Так вот, машины или же потребители. Проще говоря, это то, что, собственно, потребляет электрический ток. Как, например, компьютер, через которого вы смотрите данное видео. Колонки, светильник, телевизор и другая бытовая техника. Замкнутые контакты, разомкнутые кнопки. Ну, как правило, замкнутые кнопки бывают красного цвета. Ну, в большинстве случаев. А разомкнутые кнопки бывают черного. Это еще я точно помню, такие советские. Вот я точно знаю. А вот уже современные, они бывают разноцветными. Любого цвета, главное, что не красного. То есть это, опять-таки, тот же черный, зеленый, там оранжевый и так далее. На изображении слева, в верхнем углу, мы видим конструкцию нормально разомкнутого и чуть ниже нормально замкнутого кнопки. И чуть правее от него мы видим, как изображаются они на схемах. Ну, такие кнопки бывают различных форм, размеров и так далее. Но суть одна. Они замыкают или размыкают электрическую цепь. Ну а на этом все. Всем спасибо. Данное видео было очень короткое, но по сути тут много тоже не скажешь. Всем спасибо. Не забывайте писать комментарии, ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал и поставьте, пожалуйста, колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем спасибо. До новых встреч.